Письмо министра социальных дел, тема которого «Прием беженцев», послужило для проведения рабочего совещания с участием депутатов городского собрания и членов городского управления силами. Подробности от председателя городского собрания Елены Коршуновой. 24 августа министр социальных дел Маргус Цахнер разослал всем самоуправлениям письмо, в котором к 9 сентября предлагалось представить свое видение о принятии беженцев в города и волости нашей страны, а также наличие площадей для их расселения. В связи с этим на городском собрании мы озвучили эту тему, и собралась рабочая группа депутатов, в том числе и представители городского управления. На этом рабочем совещании обсуждалась эта тема достаточно подробно. То, с чем практически все депутаты были согласны, это что ответить на это письмо к 9 числу однозначно очень сложно, поскольку, по нашему мнению, мы не можем на данный момент гарантировать те социальные гарантии для беженцев, которые, вероятнее всего, наше государство рассматривает в своих планах, программах, поскольку, первое, в городе отсутствует свободное муниципальное жилье. И на очередь стоит более 30 семей, и предоставлять даже будущее социальное жилье, муниципальные квартиры или муниципальные площади за счет своих горожан нет никакой возможности. Второе, та обстановка по трудозанятости или по безработице, которая существует в регионе. Все мы знаем, что действительно это сейчас очень непростой период. Все мы знаем и о проблемах нитроферта, и о проблемах на предприятии «Стиэнергия». Я думаю, что те 504 безработных, которые официально зарегистрированы в нашем городе, наверное, создавать им конкуренцию в данной ситуации не является правильным. Кроме того, та существующая обстановка в городе, когда не решена проблема, в том числе с эстонским языком, и говорить о какой-либо уже случившейся интеграции в нашем регионе, особенно в нашем городе, наверное, не представляется никакой возможности. И один из аргументов – это также малочисленность представителей полиции в нашем городе, а те возможные риски, которые могут нести с собой в том числе принятие беженцев в нашем регионе, они не исключают возможных различных конфликтов, в том числе и на национальной почве. Но поскольку в прессе, и в том числе из официальных уст, прозвучали различные мнения, в том числе, которые являются кардинально противоположными, озвучены на этом совещании, мы посчитали необходимым пригласить в город представителя, компетентного представителя министерства, для того, чтобы обсудить этот вопрос непосредственно с депутатами городского собрания и задать вопросы по этой тематике, потому что на данный момент, в том числе и у жителей, больше вопросов, нежели ответов. А это, со своей стороны, порождает различного рода слухи и инсинуации. Так что, уважаемые, в ближайшее время мы ждем ответа из Министерства социальных дел. Рабочее совещание еще до заседания городского собрания, я уверена, состоится. Но на данный момент письмо со стороны города силами в адрес Министерства социальных дел пошло. Еще раз озвучу, 4 позиции, которые, по нашему мнению, говорят о том, что мы не можем на данный момент гарантировать предусмотренные законом социальные гарантии для беженцев по вышеназванным причинам. Елена Николаевна, на собрание был приглашен предприниматель, который предполагаемо готов оказать услуги беженцам, но его не было в связи с тем, что он не получал письмо. Это так или не так? Очень много слухов в городе. Владимир, я могу только констатировать один факт. Письмо с приглашением предпринимателю было отправлено. Можно посмотреть в нашем электронном регистре. Письмо официально зарегистрировано. И в данной ситуации вопрос, наверное, к получателю этого письма. Получал он его или не получал, это на его совести. Письмо было отправлено 28 числа. Это письмо ему пошло. Реформ полиции за последние годы было много. Стало ли безопаснее на улице наших городов?
На заседании правления Союза городов Идавирума шел разговор об обращении в департамент полиции и департамент внутренних дел об увеличении присутствия полицейских в наших городах. Вчера состоялось правление Союза самоуправления Идавирума, ИВОЛ. Определялась повестка дня на общее собрание, и один из пунктов повестки дня – это обращение местных самоуправлений, Министерства социальных дел и полицейский департамент с просьбой увеличить присутствие полицейских в нашем регионе, поскольку то очень малое количество, которое на данный момент в наших городах, в том числе в больших городах, таких как Силаме, Кохтла-Ярва, Кивили, не доставляет спокойствия нашим гражданам. Достаточно много жалоб. Полицейских практически не видно. Мы регулярно, ежемесячно встречаемся с представителями полицейской префектуры, и в общении с ними мы прекрасно понимаем их проблемы. Но в то же время наличие полицейских в городах является обязательным, в том числе для спокойствия граждан. У нас третий по численности регион в нашей стране. Рядом граница. Регион промышленный, но в то же время регион, который позиционирует себя как туристический регион. И поэтому, когда в летнее время, как пример, полицейский патруль одновременно работает и в Силаме, и в Нарва-Иссу, и большее время 70% находится в курортном городе, город Силаме остается без полицейского патрулирования, что, в принципе, дает свободу тем личностям, которые чувствуют безнаказанность, когда рядом нет полицейского присутствия. И поэтому обращение местных самоуправлений, а это в первую очередь города, но нас поддерживают и власти. Еще раз повторяю, Министерство внутренних дел и полицейский департамент о том, что несмотря на все ваши трудности, мы готовы их разделить. Мы обращаемся туда с обязательной просьбой увеличить присутствие полицейских в нашем регионе. Кроме этого, говорилось еще и о том, что в связи с тем, что разрабатываются государственные программы, в которых обязательное участие предписано и местным самоуправлением, когда работники местных самоуправлений, социальных служб вынуждены посещать дома и ходить с квартирными визитами к лицам, которые находятся на так называемом криминальном надзоре, все это делается за счет местных самоуправлений, никакого дополнительного финансирования для этого со стороны государства не предусматривается. У нас невеликие штаты в наших самоуправлениях и невеликие зарплаты у этих людей. Но в первую очередь это небезопасно. Поэтому, еще раз повторяю, одна из важных тем, которая будет озвучена на общем собрании, такое письмо планируется отослать в Министерство внутренних дел и полицейский департамент, это увеличение количества полицейских в нашем регионе, что, по нашему мнению, является обязательным. Город Силаме – один из самых зеленых городов Эстонии. Построенный практически в лесной зоне, кроме дикорастущих деревьев, на улицах города в разные годы были высажены молодые деревья – липы, клены, ясени и другие. Возраст таких деревьев приближается к 70 годам. И правильная обрезка продлевает им жизнь, улучшает их эстетический вид. Много споров по методу обрезки было после выполнения работ на улице Калда, бывшая Подгорная, в районе городской библиотеки и молодежного центра. Прошло чуть больше года, обрезанные липы обретают кроны, молодые побеги обильно растут, формируя зеленую шапку. Этой осенью на улицах города планируется высадить более 20 деревьев различных пород. Осень – это не только время года, это начало учебного года и, конечно, сбор урожая. В нашем городе около 2000 садовых участков, на которых горожане выращивают овощи и фрукты, экзотические растения и цветы. В клубе по интересам «Феникс» открылась ставшая уже традиционной 9-я выставка «Дары осени». Составленные из овощей и фруктов композиции имеют свои названия –
«Огненная страсть», «Огуречный франт», «Лежебоки» и другие. Еще раз рада видеть вас, сеньориты. Всех хочу вас поздравить с днем уходящего лета. Мы всегда его посвящаем, к сожалению, конечно. И встреча Сюгиса осени, которую, видите, мы немножко так это подчеркнули своим антуражем, что мы как бы готовы уже психологически ее принять. Я хочу вам сказать огромное спасибо, кто принял участие в этой выставке, кто откликнулся на мои замыслы, придумки. Спасибо вам еще раз огромное. Тараса Михайловна, 9-й предюбилейной выставкой вы открыли свой новый клубный сезон. Сколько же участников приняло в составлении вот этих роскошных столов? Ну, это здесь приняли участие 10 человек, которые в основном приносили все, что у кого есть. Ну, помогали, кто писал, кто чего, в общем, каждый что-то помогал в чем-то. Вы уже как бы ответили на мой вопрос. Мне хочется спросить, а вот эти подписушки или надписи экспонатов кто исполнял? Тот, который выращивал или совместное творчество? Это моя задумка, да. Ну, я задумка просто. Ну, и девочки помогали, где-то я затруднялась, допустим, хотела что-то более экзотичное находить. Тараса Михайловна, более актуальных названий и не найти, да, «Эмигранты», «Первый эстонский спутник». Ну, вот ассоциации таковы, потому что нам же мы горды, что у нас первый спутник появился, вот такой вот фрукт, овощ, он напомнил нам, что это первый спутник наш. Тараса Михайловна, ну и что у вас в будущем-то намечается? Расскажите нашим телезрителям, те, которые хотят посмотреть, принять участие в каких-то мероприятиях ваших. Ну, вот в этом месяце мы сейчас еще едем в Термен, оздоровительная программа, и едем в Таллин, в район Хабаровска, с ответным визитом, как я уже говорила раньше, к сеньорам тоже, потом с посещением морской гавани, музей и так далее. Там планы есть, но я не люблю говорить о них вперед, потому что вдруг они не получатся, и нехорошо. Галина Андреевна, вы бывший работник детских дошкольных учреждений, директор детского сада. Откуда же у вас познание в авиации? Дело в том, что у меня был огород, и я вырастила огурец. И огурец такой получился интересный, я посмотрела, на что он похож. И оказалось, что он похож на вертолет. Ну и что, я приделала кабину, где сидят летчики, и... Это называется лопасти. Лопасти. И там на хвостик тоже. Ну, а я подумал, что вы в детстве занимались в СОВ авиахимии. Да, прыгала с маяка. Какого маяка? Высокий маяк был, и мы в детстве прыгали. С парашютом? Да. Ну, успехов вам. Как в авиации, так и в огородничестве. Да. Анатолий Николаевич, в своем приветственном слове вы сказали, что в Москве такое как бы невозможно, ибо... Те огородники, которые выращивают такие чудо-овощи и фрукты, ну, не могут привести, не могут реализоваться. Вы сказали, что этот силамяйский опыт вы постараетесь взрастить на доброй, гостеприимной земле Москвы. Это так? Конечно, обязательно. Все, что здесь показано, это труды пенсионеров силамяевских. Поэтому очень приятно видеть... Вот то, что здесь продемонстрировано, и хотелось бы тоже, и чтобы в Подмосковье пенсионеры, привозя домой то, что выращено, тоже экспонировали своих пенсионерских, ветеранских организациях. Да. В минувшую среду в городском культурном центре был открыт 4-й международный фестиваль любительских театров под общим названием «Любители вы». На фестивале представлены коллективы из Латвии, Финляндии, Германии, России и, конечно, любительские театры городов Эстонии. Я очень бы хотела, чтобы этот фестиваль, как и предыдущие фестивали, доставил много радости всем вам, в том числе. Потому что фестиваль – это еще и общение. Общение профессионалов. Хотя ваши театры любительские, все равно все профессионально делаете свое дело очень хорошо. Всех вас поздравляю. Владимир, еще раз вас 4-м международным фестивалем любительских театров. Всех вас и нас поздравляю.
Три дня на сценах города шли театральные постановки по пьесам различных авторов. Основатель театрального фестиваля, режиссер Силаменского театра «Другое небо» Владимир Вайкерт надеется, что проведение такого театрального праздника станет традицией для нашего города. Что случилось, Джеймс? Ты болен? Я немного... Выпей. Ага. Это тебе поможет. Ага. Что это? А, это настойка саксофорилы. Я взяла ее у соседки со второго этажа. Джеймс, хорошо, что у меня был этот доллар. Послушай, Джеймс. Джеймс. А назови меня еще раз душечкой, помпушечкой, Джеймс. Да лучше бы я сразу схватил ее за горло. На календаре сентябрь месяц, а это значит, что в стенах Центра культуры города открылся 66-й творческий сезон. И это открытие ознаменовало тем, что двери свои распахнули все коллективы художественной самодеятельности, которые работают в Центре культуры. Я могу вам их перечислить. Это вокальный ансамбль «Лыуки», руководитель Валентина Санчук, студия хореографии «Этюд», руководитель Лилия Худякова, группа эстрадного танца «Анфас. Новая линия», руководитель Татьяна Кайланин, ансамбль народного танца «Сувенир», руководитель Наталья Рассказова, ансамбль украинской песни «Явер» под руководством Льва Липкина, фольклорный ансамбль «Русичи» и женский ансамбль «Мелодия», которыми руководит Ирина Дуброва, и, конечно же, вокальная группа «Капель» под руководством Александры Ананьевой. Эти же коллективы работают давно, у них сформирован свой основной состав, но жизнеспособность коллектива заключается в том, что он должен постоянно пополняться новыми силами, новыми творческими личностями. И поэтому, если у вас проснулась творческая жилка, и вы не можете ни петь, ни танцевать, приходите в наши коллективы. Возраст... У нас принимаем детей, начиная с 4,5-5 лет, и неограниченно. Кружки занимаются по адресу Валерия Чкалова, 25. Все подробности, справки вы можете навести у наших руководителей. Зайдя на наш сайт www.kulturikeskus-silamaya.ee, там в меню «Контакты» есть все фамилии руководителей и их телефоны. А еще проще просто прийти в здание на улице Чкалова, 25, это бывшая вторая школа, и пообщаться вживую с нашими руководителями, или прийти ко мне в кабинет 112. Я вам дам всю информацию, которая необходима для того, чтобы заниматься в нашем творчестве, как видите, коллективе. Добро пожаловать в Центр культуры. Приходите заниматься творчеством. И второе, что я хочу, это в ближайшие мероприятия, которые будут проходить у нас в Центре культуры, мы ждем на них зрителей. Эти мероприятия будут проходить здесь, на КЕС-24, на главной сцене в Большом зале. И вот одно из них, это вот 23 сентября будет демонстрироваться документальный фильм Эллы Аграновской «Эстонская миссия русской княгини».
Также будет встреча с авторами. И Славянское общество «Святогор» приводит к нам спектакль «Лжедмитрий I». Также ждем вас. Билеты продаются в кассе Центра культуры ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9 до 17. Приходите, мы будем рады вас видеть. Уважаемые горожане, любители театров, приглашаем вас 19 сентября в 17:00 в этот Центр культуры на спектакль «Кролик моей души». Спектакль повествует о жизни и судьбе Александра Вертинского, русском поэте, музыканте и артисте, который в 20-х годах вынужден был уехать на Запад, в Европу, да и крутился он по всему миру, но всегда хотел вернуться в Россию. Этот спектакль — симбиоз, три в одном. Спектакль, фильм, концерт. На сцене, помимо действия, будут показаны хроники самого Вертинского. Помимо этого, еще будет звучать песни самого Вертинского. Тимур Аликаев, кто является режиссером этого спектакля, а также его актером, очень глубоко исполняет его песни, прям до дрожи. Итак, 19 сентября этого года в 17:00, как я уже говорил, в Доме культуры, в Центре культуры города Силами состоится спектакль «Кролик моей души». Билеты уже в продаже. Цена билета 5 евро. Приходи, ждем, и вы получите истинное наслаждение от спектакля. История силамяевского тенниса берет свое начало с 19 века. В тогда еще курортном поселке Силамяге был теннисный корт, где играли отдыхающие. Позже на месте сегодняшнего футбольного поля с искусственным покрытием был построен городской теннисный корт. Позже еще один корт появился в Усть-Нарве, близ городского дома отдыха. Сейчас силамяйский клуб «Эвайл Атлетикс» имеет два теннисных корта, построенных по уникальной технологии. 4 дня на этих кортах проходило идоирусское первенство по теннису, в котором приняли участие спортсмены от 12 и старше 60 лет. Соревнования проходили как в одиночном, так и в парном разряде. В этом году чемпионом Идавирума стал теннисист из Нарвы Антон Пыльцар. Победителями в парном разряде неоднократные чемпионы – силамяйцы Валерий Титенов и Сергей Голубев.